coffee time! Why coffee? Лучших настроений продолжается на Скайрадио. Для улучшения этого дела уже прозвучало в Скайпараде 16 место. Поздравляем с этим результатом Эрика Саде с хитом Wide Awake. Красиво поет. Красот музыкальных много впереди. Наверное, как и ты, все жители Земли, от Токио до Нью-Йорка. Знаком магический знак и семерки. Мы видим семь цветов, слышим семь нот, ровно семь раз. Еду в Ангар, ты восход, скоро наступает Новый год. С ноги на конце, но наличие кнула. Ты с корабля запускай карусель. Цепляй себе все, приятно на всех. Чтобы стать встречаться никаких чудес. Просто отправь сообщение. СМС на короткий номер 15-20. Веришь, ты твой сердце, стоит попытаться. 20 суперхитов за 2 часа. Скайпарад. Напоминаю, что на Скайрадио в данный момент продолжается церемония награждения лучших песен и их исполнителей за прошедшую неделю. Те, кто плещет своими результатами, они все здесь собрались и выступают в этом не слабеющем интересном концерте. На 15-м месте в этой популярной феерии оказалась Ариана Гранде и Ники Минаж с хитом «Side to Side». Встречаем их прямо сейчас. Номер 15. And I got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna ride with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm gonna touch it. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. I'm the queen of that run, Ariana one pop.